Итак, дорогие друзья, сейчас я вам предлагаю сделать не что иное, как корыто. Для этого мы с вами пойдем в объект мод, возьмем Shift A, возьмем цилиндр, скажем 18 граней, повернем на 90 по иксу. Так. Пускай будет так, да? Пускай будет так. Посмотрим сверху здесь. Войдем в Edit Mode. Вот так, выделим вот эти. Нет, нам надо вот так. Выделим вот эти грани и удалим фейсы. Ага. Как всегда, забывчивость. Это удалим фейсы и вот этот удалим фейс. Все. А тут что у нас осталось? У нас остались еще фейсы, которые нам тоже необходимо удалить. Вот это удаляем и вот этот удаляем. Получаем такую странную конструкцию, но как раз которая нам и нужна. Так. Здесь мы, скажем, выделим вот эти две грани. Раз и два. И заполним их с помощью F. Так, F закончили. Я смотрю, для корыта это слишком глубокое корыто. Значит, мы вот эти тоже два уничтожим. Face и Face. Вот так. Уничтожили. Так. И теперь сделаем следующее. Перейдем тоже в эти. И скажем так. F. F. И еще раз. F. Видите, какое получилось правильное корыто. Как и должно быть. Но еще к ней надо ручки сделать. F. И здесь, это, видите, у нас нет треугольников, одни четырехугольники, что очень радует. Так, теперь все выделяем. Сразу же пойдем Alt-M, пойдем в дистанцию и проверим, что у нас тут. Скажем, 0,1 нам будет достаточно. А, смотрите, 0 вершин удалено, значит, мы сделали все правильно. Теперь... Так, ну давайте вот теперь солидности мы добавим сюда, да? Поболее, правда, так вот сделаем такую солидную, такую вот такую солидную, да. Просто сделаем. Немножко непонятно, почему оно пытается подняться вверх при этой солидности. Немножко я это не понимаю, но мы можем всегда поправить это дело. То есть перейти в режим редактирования вот сюда, в точке, и сказать, что мы apply, скажем, нет, надо в объект вот сказать apply, вот так. Теперь перейдем в троечку, выберем объект точки, да, и эту точку мы сейчас ее засунем назад. Вот же. Опа. Вот так. Вот выбрали их. И G и F. Так, подождите. G. И начинаем потихоньку по оси Z опускать. Вот сюда, допустим, чуть-чуть даже можно ниже опустить. Вот так будет хорошо. Отлично. А далее переходим назад, включаем, берем вот эти два полигончика, вот эти два, так, и включив индивидуальный режим, нажимаем и получаем здесь два таких выступа, за что таскают корыто.
Вот такое у нас корыто получилось. Отлично. Так, ну и сейчас с помощью Ctrl-R мы ее вот так немножко поправим. Вот так. Смотрим. Play. View тоже 2. Угу. Так, play. Вот такое. И скажем еще Ctrl. Извиняюсь. Sans Smooth. Вот так. Вот такое у нас получилось корыто. И теперь надо его сделать нам деревянным. Так, как это сделать? Сейчас подумаем. Следующее, чем мы с вами сейчас займемся, во-первых, мы установим камеру. Да? Давайте. Камеру установим. Вот она, наша камера. Мы сразу скажем, пойдем во View. И скажем, что у нас надо камера должна смотреть на нашу корыто. На наше корыто. Нажимаем 0. Видим, что корыто не поместилось. Вот так теперь. Вот так будет хорошо. Далее добавим сюда сейчас Mesh Plane. Опустим его немножко. Увеличим, ясное дело. И опустим. G. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Вот так. Смотрим. Так. Сразу же ему сейчас применим какой-нибудь цвет, скажем, новый, какой-нибудь оранжевый, вот такой песочный, как будто на песке лежит, да, в бабке. Так, хорошо. Когда научишься, действительно сделаем песок. Так, отлично. Смотрим в рендеринге, да, желтый, все нормально. Так, ну и теперь нам надо, кроме этого, еще сделать, так, обязательно свет. Свет, point, пум-пум-пум-пум-пум, локацион по Z. Ну-ка, вот мы ее поднимем, как раз наверх сделаем, так. А потом радиус немножко увеличим. Далее скажем, что у нас 3000 ватт. Вот, посмотрим сверху. Семерка. И уведем ее теперь. G. А, нет, не ее. Не ее, не ее. Point G. Вот сюда. Где-то в стороне как камеры. Вот так. Вот. Немножко утонуло у нас. Вот так, все. Теперь все готово. Теперь что нам надо сделать? Давайте перейдем в композитинг. Угу. Нет, сначала надо сделать так. Моделинг. А теперь сделаем следующее. Вот так сделаем. Секундочку. Вот здесь. Так, и вот здесь. Вот так разделим, будет хорошо, будет замечательно. Здесь мы можем видеть, что происходит. Здесь мы скажем композитинг. Нет, не так, не так, не так надо делать. Layout. Вот тут надо это делать. Где вот, вот он композитинг. Во. Так. Здесь. А здесь мы сделаем UV Mapping. Вот UV Editor. Вот так. Вот теперь у нас все правильно. Теперь что-то не понравился мне этот желтый цвет. Я что-то удалил все. Так, Plane. Опускаем его вниз.
Вот так. Потом мы его увеличиваем вот так. И дадим ему какой-нибудь цвет такой. Новый. Ну, скажем так. Вот такой совсем слабенький. Какой-нибудь такой вот. Еще и вот, вот так. Вот, я думаю, вот такой будет аккурат. Так, и опустим еще немножко, потому что я вижу, что он там. Вот. Хорошо. Так. Так, это пока. А, ну это пускай такая будет материал 0.3. Это нас не касается. Так, это вот этот материал. Теперь мы выделяем вот это и идем в объект мод. Edit мод. И выделяем все полигоны. Теперь, если мы скажем U и скажем Unwrap, то это странно получится. А если мы скажем U, так, ну-ка, где она у меня буква U, и скажем так, Smart Project. Вот, так будет лучше. Вот, видите? Так, единственное, что... Ну да ладно, пока пускай будет так. И теперь давайте мы вот сюда подключим еще в объект мод, подключим текстурочку какую-нибудь. Вот новая, скажем, текстурка. Так, и скажем, что здесь у нас будет диффуз. А здесь имиджи текстура. И мы ее сейчас загрузим. Я нашел такую текстурку, которая мне понравилась. Так, текстуры. Вот они, текстуры. Пойдем сюда, сюда, сюда. Где-то у меня вот был в самом конце. Вот он, вот. Но не этот вот. Вот воду розним. Так, мы возьмем вот ТХ. Вот ТХ. И вот здесь есть такой шершавый такой весь. Вот он. У него целая куча всяких разных приспособов, которые мы можем бамп использовать. То есть... Но сегодня мы сделаем очень просто, потому что я сам тут плаваю очень сильно. Поэтому открываем этот вот. Он встал сюда. Да? Видим. И видим, что здесь организовалась такая вот материал. Это на выходе. Это наш color. Так. А здесь... Давайте мы сейчас вот этот родни сюда подключим. Вот он. Если мы сейчас объект мод скажем, а не объект, а edit мод, то видите, вот он здесь появился. Мы можем его немножечко, конечно, выделить. Вот так, раз. И уменьшить. Так. И наоборот увеличить. Но лучше оставить так, как есть. Вот так он хорошо. И пускай он так и будет. В крайнем случае мы можем вот брать такие, допустим, вот эти. Тут еще что-то с ними делать. Но, на мой взгляд, этого хорошо. Проблемка только в том, что edit mod, объект мод, да, что он очень плоский. Но с этим можно побороться, сказав ему, что альфа, не альфа, вот этот color, он должен еще displacement пойти. Вот. Видите, сразу у него появилась шершавость такая. И теперь мы пойдем с вами. Так, мы пойдем, выберем себе не Иви, а возьмем себе Сайлс. И скажем, что он вместе с компьютером должен работать. Больше нам пока тут ничего не надо. Рендер. Можем, конечно, остановимся на 120. Хватит нам 120. Так, потом... Пойдем сюда, скажем, 800 на 600 для того, чтобы попробовать. Ну и, пожалуй, так, вот нормально, вот это вот C уберем отсюда, нормаль. А здесь, скажем, use node composing. И здесь, скажем, Shift A. Мы попробуем дойти Denose. Вот он Denose. Поставим его сюда. И он будет работать еще с Denose.
Смотрим, проверяем, как он выглядит. Здесь он хорошо выглядит. Давайте F12 нажимаем. Ну, получаем прекрасное корыто, ребят. Как видите, прям как у бабки. Старая-старая корыто. Замечательно. Можем попробовать, конечно, использовать рендеринг другой. Вот сюда зайдем, скажем, что надо элемент HDR, подключим карту HDR, посмотрим, что будет. Так, где у нас текстуры? Вот у нас есть HDR. Можем выбрать себе какой-нибудь HDR, допустим, вот такую, где солнце на берегу моря. Open image. Так. И теперь, конечно, будет подольше, потому что он будет считать F12. Будет считать теперь сначала HDR-карту, как она отражаться будет, как она будет что делать. Но результат должен быть немножко другим. Помягче тени. Ну, первый раз у меня текстура, за которую мне не стыдно. Отлично. Спасибо за внимание. Я очень рад. Так, пока.